Поехали! Митя, давай! Витя, давай, ты лидируешь. Посмотрим, за кого болеют дальше. Верят очень сильно в Вадима, а в остальных не верят. Итак, а сколько первой минуты, я вижу, уже многие приступили ко второму. Так, есть ли у нас какие-нибудь явные лидеры? Витя, подними руку, Витя. Ариша. У нас целых три Вити, так за которого болеют. Кто больше влезет, пока оправдывает себя. Итак, 2 минуты прошло. Если у кого заканчивается запить, поднимайте руку, вам принесут еще. Так, что у нас на этом происходило? Итак, 3 минуты прошло. Давай, Сергей, молодец! Хорошо, идем, ребята. Я не знаю, какой мировой рекорд, но вы точно не отстаете. Нет, никто не будет сниматься. Все идут до конца. Борьба. Итак, смотрим. Воды, передайте воды. Пожалуйста. Давай! 4 минуты прошло. Не надо. Хорошо. Ждем. Я вас попрошу вместе со мной, когда будет обратный отсчет от 10, поддержите курсантов. Ребята, ускоряемся. Осталось совсем чуть-чуть. Кому-то до победы, а кому-то до конца мучения. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Теперь смотрим. Итак, у нас начнем с первого конкурсанта. Как зовут? Давид у нас оставил 4 бургера. 6 бургеров съел. Это больше, чем 1 бургер в минуту даже. Хорошо. Виктор. Так, у вас. 1, 2, 3, 4, 5. Будем считать? Нет. Ладно, хорошо. Надкусил. Хорошо. Осталось 5. Следующий конкурсант. Представьте. Александр. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хорошо, Александр. Вы, наверное, просто пришли покушать, да? Так, вас оставим на потом. Так, у нас еще есть Вадим, да? Вадим. Вадима, 1, 2, 3, 4, 5. 5 бургеров осталось. Хорошо. Еще 1 бургер осталось. Хорошо. Так, у нас еще... Давид, да? У Давида тоже 4, да? 4, хорошо. Здесь. Как зовут? Как зовут? Павел. А вы участвовали в нашем конкурсе, нет? Я просто пришел поесть. Ну тоже неплохо. Хорошо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бургеров осталось. Так, вас как зовут? Витя. Самое популярное имя. После Ариши, конечно. Итак, 3 бургера осталось. Ну и мне кажется, это безусловный чемпион. Мы даже это считать не будем. Осталось 2 бургера только за 5 минут. Представьтесь, как вас зовут? Сергей.
Сергей, город, знай своего чемпиона. Это Сергей. Сергей побеждает на международном соревновании. Вы должны минуточку подождать. С Нижним Слуцком. Чемпион Слуцка 2022. По поеданию бургеров. Я надеюсь, в следующем году вы будете принимать участие вновь и будете защищать свой титул чемпиона 2022. Я еще раз прошу всех внимания и спешу вам напомнить, что нашего чемпиона зовут как? Сергей. Громче. Сергей. Город, знаете, чемпиона. Прошу. Поздравляю с этим участием.